Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку осени 2019 года. Копии Wallisong Long Bill 130SF. Беркингом прописано М132 Wallisong Long Bill 130SF. Продукция Беркинг. Довольно интересные, крупные воблеры. Как раз их вовремя выпустили. Еще идет осенний период. Еще не везде стоит лед. И довольно крупные воблеры. Можно половить хорошую щуку. Довольно интересная расцветка. И очень шумовые воблеры. Как видите, довольно крупные лопатки. Заглубление данных воблеров до 6 метров. Даже в комментариях писали, что кто-то умудрился их оставить на глубине 6,5 метров. В данном воблере хорошо видно всю внутрянку. Внутренности данного воблера. Два шара крупных, два поменьше и один шар такой вот на пружинке. Я так понимаю, он добавляет игру воблеру, и воблер получается с ярко выраженным роллингом. Очень зацепистые тройнички, три штучки, петли, качество швов, все выполнено на должном высоком уровне. Сейчас взвесим, воблеры крупные, поэтому и вес у них будет не маленький, я так понимаю. И я так понимаю, не каждая палочка справится с этими воблерами. Надо что-то силовое. 28,84. Грамм. Да и лопатка здесь не маленькая, поэтому надо еще грамотно подобрать под них спиннинг. Сейчас померяем размер от начала лопатки и до хвостика петли, получается 17 сантиметров. Тело воблера 13 сантиметров. Также воблер довольно широкий. Миллиметров. Ну и теперь посмотрим, как они плавают. Подготовил посуду с водой. Как видно, пол воблера погружается в воду, половинка остается на плаву.
На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Если вас заинтересовали воблеры фирмы Беркинг, переходите по ссылкам в описании под видео, заказывайте. Это реально рабочие воблеры.